Всем привет, ребят, сегодня мы играем в замечательную игрушку под названием Хомякова. Поехали. Может, он будет Флион, не знаю, правильно звучит. Сейчас мы делаем полный обзор этой игры и моего шкафчика в ней. Так это называется. Реклама закончится, и мы получим 2 фагилиона, ну или как там их. Вот. Мы еще можем рекламку получить, давайте это сделаем прямо сейчас. Вот, еще получим. Он на монетке тут подкачивать. Есть сердечки, за которые мы можем покупать еще хомяков. Так можно выбивать одежду, она у вас откроется позже. Кто хочет скачать игру, называется Хомякова. Ссылка останется в описании, возможно. Да, возможно. Можно еще получить 3 фагилиона, или как они называются, еще раз повторяюсь. Вот посчитайте, сколько я за это видео смогу сказать слово фагилион. Наверное, никто не сможет считать. Наверное, фагилион. В общем, вы поняли. За несколько серий мы попробуем получить парк. Может, даже золотую, кто его знает. Так, давайте сначала соберем что-нибудь, каких-нибудь монеток. Ничего себе, фагилион. 4. Вот парк, он стоит 282 фагилиона. Тогда подпишитесь на канал моей сестры Самишка Мишка. Обязательно. Рекламируют даже Чапа. Конечно, видео не так часто выходят. Ну, в общем, подпишитесь, у нас с активом проблемы стали. Давайте накупим 5 фагилионов, что-нибудь придумаем. Это что? Копать и понял. О, фагилион. А давай-ка. Что так фагилионов наделаем? А давай, да. Соберем цветочного магазина Майи. Так, вот ачивки. Вот здесь что-то типа Бравл Пасса, только хомяковского, вот. Это что? 25 чего-то. Эти что, Бравл Пасс можно тоже платный купить. Чувствую, что тоже магазин стоит улучшить. Не, мы не будем тратить, мы будем все это копить деньги. Давайте отправим наших хомяков на какой-нибудь остров. Самоцветы получить. Значит, давайте получим, мы еще что-нибудь купим. Хомячкам. Самоцветы тут нужны. Фейсбук. Нам уже миллиарда лет. Ну что вы его рекламируете? Какая-то новая фигня про Фейсбук вышла.
Все, идите. Надо написать, где масиков дайте. Ну, давайте сначала отправим хомяков на 3 острова. А, на 2. Это я тебя отправлял. Давайте на маяк. Хомяки. Путешествие. Все очень дорогое. Сейчас отправим на зимний остров. Кош, ну там еще что-нибудь купим, и думаю, будет норм. Вот. Ну и там уже, наверное, конец серии. Ну, может, еще там поиграем. Ну, если вы не хотите, чтобы я покупал парк, то не ставьте 5 лайков, чтобы набрать, чтобы была вторая часть. По-прежнему все очень дорогое. Блин, хомяков. Где мне опять? Нам до того бонус дает. Тут которые я фиг знаю, зачем нужны. Давайте вот на любого хомяка. Давайте на этого, допустим. И вот мы можем купить шар. Мыльный пузырь. Сейчас я вам покажу каждую анимацию. Смотрите, вот семечко, как он ест. Берет вот так. Берет немного и... Шарики. Сейчас мне дают шарики. Раз. Я лечу! Ну, они, конечно, лопнут. Он никуда не улетит, не бойтесь. Этот мыльный пузырь мы сейчас с вами вместе узнаем, я сам не знаю. Давайте теперь мыльный пузырь. Ого, мы как можем. Это, наверное, тоже лопнет. И мячик. Мячик я знаю. Тын-тын-тын-тын-тын-тын. Сколько вы лайков наберете, сколько и будет все. Ну, на каждой серии набрать 5 лайков. А если вообще на каждой серии будет набрать 5 лайков, я просто буду снимать одни продолжения. И все. Пока... Ну, пока мы не купим парк. Или вообще не пройдем игру Dash. Все от вас зависит. Она говорит, вы были на канале Sprite Ice. Всем пока. Так. Эй, она исчезла.